Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии продолжает выдачу жилищных сертификатов. Совсем недавно документы уже получили вдовы Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий. Сейчас правом на получение квартир стали наделять и другие категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На первом этапе это более 200 человек. Сегодня сертификаты получили 30 семей на общую сумму 493 миллиона рублей. 16 семьям из них документ достался вне очереди. Также в списках получателей 6 семей граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Напомним, за 10 лет существования программы жилищные условия улучшили более 400 семей. На 2018 год республике планируется выделить порядка еще 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Обладателями сертификатов станут около 600 семей. Дали нам такую возможность приобретения жилья. Это очень важно. Мы вынуждены переселенцы, и без своего жилья как бы тяжело. И с помощью вот этой программы мы приобретем свое жилье и будем жить уже как полноценные граждане Северной Осетии и Российской Федерации. Проверили учетные дела по каждому району, вот учетные дела именно вот этих получателей самих. Провели межведомственную комиссию, значит, решение уже принято по ним. Дается им 7 месяцев на то, чтобы они реализовали свои права. Можно приобретать и на первичном рынке, и на вторичном, и в частном секторе. Это законом сейчас не запрещено.